Доченька. Да, мам. А ты не устала целыми днями в игры играть? Не подумала, может, уже замуж пора? Мам, какой замуж? У меня тут Катка. Опять ты со своими играми. Ну, сама подумай, столько женихов вокруг тебя ходит. И красиво, умно, а главное, богато. Мам, блин, мы с тобой это уже обсуждали. Я не хочу выходить замуж, ё-моё. А вот манера у тебя в отца. Как это? Деревенский, вот, надоело. Все, Варенька, я объявляю смотр женихов. Что? Мам, я не хочу. Не хочет она. А кто за дом платить будет? У нас долгов выше крыши. А ты целыми днями сидишь играешь. Кто будет это все выплачивать? Мать, что ли? Знаешь что? Я на работу лучше устроюсь, чем буду выходить за кого попало. Так ты ничего не умеешь, доченька моя. Кто тебя возьмет такую? Ты даже пыль не можешь протереть. Замуж не пойду. Ах, не пойдешь. Куда ты денешься, миленькая моя? Еще как пойдешь. И полюбишь его. И будешь долги расплачивать. То и отца я же как-то полюбила. Так, все, в Телеграме объявляю смотр женихов. Делаю общую рассылку. Ищем тебе жениха. Как скажете, Марфа Игнатьева. А знаешь что, мам? Яблоко от яблони недалеко падает. Сама бы научилась убираться. Хамка! Бать, чего мы так далеко идем? Уж деревню нашу не видно. Поговори мне еще. Лучше причешись, чтоб перед невестой не осрамиться. А я, пап. А ты просто стой рядом и молчи. Так что за невеста-то и зачем она мне вообще нужна? Не, все в курсе, ты не в курсе. Марфа Игнатьевна, самая богатая на районе, свою дочь замуж выдает. А ты чего, дурак что ли? Нет, ты зачем? Я что, продукт меня продавать? А я последние свои кровные потратил тебе на рубаху на новую, а? Не рубаха это, а футболка. Да хоть как назови. Главное, чтобы невесте понравился. Пап, а мне невеста не нужна? Тебе бы сначала грамоту освоить. Ничего, вот платошка женится, разбогатеем, отдадим тебя в ремесленное училище. Варька, имя такое, может, все-таки Ваньке ее лучше? Я бы не против от имени Энжи. А мне Варька нормально. А тебе никто не предлагает. Ты, Платош, давай-ка, не оплошай. На тебя вся надежда. А на мне одежда. Вот как был ты, так и есть. Причешись, Платошка. Платош, причешись. Замуж, значит, хочет меня выдать. Ладно, мамочка, будет тебе хорошая невестка. Макияж самый классный будет. Вот так. Красавица невеста. Вот, побольше блесток. Федор Михайлович, так здорово, что вы к нам приехали. Вот, наши хоромы, чай, кофе, все, что хотите. А какой у вас шарфик красивый. Это что, Армани? Дорогой, наверное, заграничный. Ну, красивому человеку все к лицу. Вы присаживайтесь, дорогой. Ну вот, вот, пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь. Ой, что это у вас тут? Моя Варенька сейчас готовится к вам выйти. Марафет, так сказать, наводит. Сейчас она упадет к вам в объятия. Варя! Одну секундочку. Варвара! Варенька, давай выходи, там тебя уже заждались. Варя, открой! Пойду обрадую своего будущего мужа, маменька. Сердце. Ты не переборщила с тенями, а? Нормально, думаю. Где ты, мой жених? Да как же так? Это что делается, да? Варенька, ты мать так сведешь! Ля какой! Ну, привет, моя роднулечка! Ты куда убегаешь, а? Невеста твоя не нравится, красиво, давай обнимемся, нам еще с тобой всю жизнь жить. А куда ты убегаешь? Федор Михайлович, не убегать! Она на самом деле красивая! Это недоразумение, правда! Она же специально так накрасилась! Подождите, Федор Михайлович! Федор Михайлович, конечно, того. Федор Михайлович, ну меня хотите взять в жен? Возьмите меня. Ускакал. Довольна, Варенька? Маменька, знаешь, горжусь собой. Ах ты, мерзавка. Я сейчас тебе покажу. Мать, и все. И дом, и образование, и классы по скрипке. Французский, английский. Маменька. Все, что ты пожелала. Маменька. У тебя было прекрасное детство, а ты... Прекрасное детство. Ты меня хоть раз спросила, что я хочу? А ты слишком маленькая, чтобы спрашивать, что ты хочешь. Мозгов еще нету, нос не дорос. Да если бы папа был рядом, он бы знаешь что? Если бы папа был рядом, у нас бы долгов не было, все было бы по-другому. Все приходится в этой семье решать самой. И значит, я решила, с этого момента я тебя больше ни о чем спрашивать не буду. У тебя полное послушание и повиновение матери. Мам!
мам! Не мамкой мне! Сейчас придут следующие кандидаты. И если хоть одна выходка от тебя будет, то ты первым же поездом поедешь к дяде на север. Будешь там жить, в монастыре, и убирать снег всю свою жизнь. Поняла? Мам, ты хоть знаешь, что это несправедливо? Быстро в свою комнату и смыла этот клоунский наряд. И что-то поприличнее надень. Это вообще-то ты мне покупала. Фух, как же тяжело быть матерью. Так, сюда что ли? Бать, так вот, открыто. Значит, запомните, мы богатые, а? Мы богатые? Да, Ванька, богатые мы. Бать, ну это же неправда. А вот женишься, и сразу станет правда. А пока рот на замке. Бать, не понимаю, какой рот, какой замок? Златошка, ну скажи ему. Мелкий, просто молчи. Во, понял? Молчу. Конечно. Пошли. Давай, бать, я после тебя. У них машины есть, приколитесь. Варенька, ты готова? Скоро женихи придут. Они уже пришли, давай быстрей. Иду, иду. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Сколько женихов. Проходите, пожалуйста, проходите. Марфа Игнатьевна, здравствуйте. Врунов Егор Кузьмич. Очень приятно познакомиться. А Врунов, это же боярская фамилия. Слыхала такую где-то. Очень древний род. Очень древний. А вот это вот мои отпрыски. А кто из них жених? Ну как же, сразу видно. Вот Платоша. Здрасте, Платон. Марфа Игнатьевна, здравствуйте. Между прочим, чемпион района. А по какому виду спорта? По разным. По многоборью. Да, по всем. Спортсмен, красавец, богатырь. А, понятно. А это кто? А это младшенький мой, Ванька. Он, если что, подмести, может чай приготовить, снег во дворе убрать. Ну, что ты там стоишь? Давай, проходи. Честь и достоинство. Чего? Это он книжек не читался, все перепутал в голове. Не. Ничего не читал. Я в жизни ни одной книжки не видел. Как это? Да шусь он так. Он у нас такой весельчак. Ванька, иди сядь. Вы не переживайте, у нас просто планшеты, поэтому на планшетах все смотрят. Аудиокниги. Планшеты. Понятно. Так давайте уже к делу перейдем. Где же невеста? Вы подождите пока с невестой. Давайте-ка мы о вас лучше узнаем. Каков у вас банковский счет? Банковский счет? Ну да, но вы же понимаете, что я свою Вареньку не могу отдать, за кого попала. Мы богатые. Правда? Конечно, правда. У нас столько в банке на счете нулей. Сколько? Не сосчитать. Больше 6? Гораздо больше, гораздо. А, да? Просто вы не поймите меня неправильно. Вам не скажешь, что у вас больше 6 нулей. А скромность украшает богатых людей, да. Между прочим, кашемир изнутри, золотая нить. А-а-а, это из последней коллекции Баленсиаги, да? Вот именно из нее, из Баленсиаги. Ой, а я так и не заметила сразу. Присаживайтесь, присаживайтесь. А как ваша фамилия еще раз? Врунов. А, знаменитая фамилия. Слыхала. Ну, а как же? А вот ваш сыночек очень даже достойный жених моей Варваре будет. Как вас зовут? Платон я. Платон, прекрасно, прекрасно. Где же невеста наша? Варенька готовится. Я сейчас ее спущу сюда. Варвара, к тебе пришли. Вы пока посидите, отдохните. Чай, кофе, все, что хотите. Варенька. Вы чего? Растерялись? Она уж готова замуж выходить. Ты причешись, а ты молчи. Я и так долго молчал. Вань, про какие нули ты говорил? Да которые у нас на банковском счете. У нас нет банковского счета. Так я и говорю, одни нули, без единички. Не пойму, вы чего? Вы же сказали, что мы богаты. Ванька, ты у меня допрыгнешь, знаешь что? Иди-ка ты во двор снег чисти, чтобы нам показаться перед хозяевами. Эй, ну там же холодно. Бать, давай ему помогу. Сиди, Платош. Твоя сейчас миссия другая, ты жених? Там же еще и холодно, вы мои перчатки продали, чтобы мою рубашку купить. Ничего, не барин, почистишь, давай, двигай отсюда. Блин, как обычно, уже самое крутое достается, блин, даже какая-то Варвара. Варенька, доченька, у меня-то отличные новости. Там жених приехал, богатый миллиардер. Заживем с тобой, ой, все долги выплатим. Тебе понравится. Платоном зовут. Богатый. А, я это уже говорила, да? В общем, красивый, сильный, умный. Все, как ты любишь. Ты же там уже готова, да? Смыла свой макияж? Давай, выходи уже, знакомиться будем. Бать, какая-то мутная затея. Может, вернемся в деревню? С полпути не возвращайся. Ты посмотри, какая красотища кругом. Люди богатые. Как живут? Не то, что у нас тараканы за печкой. Платошка, на тебя вся надежда. Уж ты не подведи. Ладно, бать, как скажешь. Но тараканов у нас нету и не было никогда. Варя, что так долго, а? Они сейчас уйдут. Варя! Не поняла.
Варвара, открой! Это что за фокусы? Сбежала! Варя! Мерзавка, я ей покажу! Вообще уже. Ванька, снег почисть. Ванька, дрова наколи. Ванька, встань-ка, за петухами посмотри. А Платону, видите, невесту богатую. Несправедливо вообще. Че его вообще чистить? Весной все растает. Че за шампиньон? Мама что, дворецкого наняла? Марфа Игнатьевна. О, да, Егор Кузьмич, да. Случилось что-то? Где Варенька? Варенька красится. Долго очень красится, понимаете? Девчачьи штучки там. Что-то как-то слишком долго. Платош, ну дело серьезное. Мы подождать можем. Ничего страшного, Марфа Игнатьевна. Да, подождите, а я сейчас... Ну куда же вы одних нас оставляете? Ну как-то, мол, неловко даже. Как бы да, мы можем и уйти. Платошка. Дворецкий, маме ни слова, меня не видел. Иначе я знаешь, что сделаю? Я тебя уволю. Какой дворецкий? Какой маме? В смысле? Ты ж у нас дома работаешь, не? Ну, сейчас, да. Меня батя попросил. Потом богатым мы станем, когда за невесту здесь выйдем одну. Что? Ну, или мы уже богаты. Не разобрался я еще. Давайте посижу с вами, она скоро придет. Присаживайтесь. Могу вам ее детские фотографии показать? Увидишь, Варенька? Не нужно, спасибо. Может, тогда шарады или в приставку поиграем? Давайте с играми немного подождем. Скажите, а что, Варенька, действительно серьезно намерена замуж выйти? Ну, скажем, вот за Платошу? Да, Варенька только о нем и говорит, о замужестве. Там, представляете, целыми днями хочет и хочет все замуж говорит. Серьезно? Она ж меня не знает. Так она про вас знала, Платон Врунов. А как услышала, что вы к нам приехали, так у нее сразу крылья появились. Такая порхает, ходит. Платон, поэтому долго и красится. Понятно. Это что, у вас приставка? Да, конечно. Хотите поиграть? Просто самое новое, хотелось бы в старую поиграть. Конечно. Располагайтесь. Вы знаете, как ее включать? Приехали замуж выходить. Ой, жениться. За фифу одну. Говорят, денег много. Даже на стенах золото висит. Так это ты, гад, да? Знаешь что, я за тебя замуж не выйду, а? Эй, я тоже за тебя не выйду. Чего? Нафига ты мне такая нужна? Ты меня вон в снег толкнула, у меня все ботинки теперь в снегу. Ой, ты мне тоже как бы не нужен. Я девушка самодостаточная, у меня вон приставка есть, я снежки люблю играть. И чё? Я тоже люблю снежки играть, а жениться не хочу. А зачем вы тогда приехали? Я за компанию приехал. Батя привез Платона, брата моего старшего, женить. Вот он за эту фифу богатую выйдет. А я просто так, потому что меня дома боятся оставлять. Я один раз чуть баню не спалил. Если что, это фифа богатая я. И я не богатая, и не фифа. А что ты здесь делаешь тогда? Они тебя в доме вот здесь сидят, ждут. Я за твоего брата замуж не пойду, ясно? Ну не иди. Ну и не пойду. Гад, а? Ха, а что такое? Повезло тебе, что я не попал. Так-то я сам меткий у нас. Меткий, да? Ты чё? Война снежками! Ну все, хана тебе! Получай! Я выиграла! Ты меня в снег кинула, так нечестно! Правила придумали, чтобы их нарушать! Я тоже так всегда говорил. Ладно, давай, вставай. Тебя хоть как зовут-то? Ванька. Но пап зовет Оболтусом. Ванька мне больше нравится. Давай, вставай. А поможешь, пожалуйста? Так, засиделись мы что-то. Где же невеста? Я же говорю, минутку еще, эти девушки. Ну, вы понимаете, они сами. Что там такое? Ничего. Сидите, я сейчас на минуточку. Варя, мам. А ну иди сюда. Ты что тут делаешь? Мы в снежки играли. Помолчи, не с тобой разговариваю. Мам, это Ваня, мой новый друг. У нас с ним одно увлечение, на двоих снежки любим играть, прикинь. Что? Какой новый друг? Ты о чем? Это я. Я Ваня. О, видали, как попал? Быстро в дом. Мам! Кому сказала? Мать там старается перед ними, ухаживает, чтобы тебя замуж выдать за богатеньких. Наконец-то в дом. А ты снег дальше чисти. Ну ладно. Раз надо, значит почищу. А перчатки можно?
Понятно. Вот и невеста. Ну, красавица. Красавица, красавица. Послушная моя Варвара. О, привет. Я Платон. Жених твой. Слышь, женишок, приставку гони. Варвара, что за манеры? Да она просто замерзла, приболела. Сейчас мы ее отогреем. А че он тут хозяйничает, а? Это гости все-таки. Варя, и жених твой будущий. Не жадничай. Так че, свадьба-то будет? Конечно. Мы сейчас обсудим пару моментиков. Подпишем кое-какие бумажки. И там уже и одна фамилия, и переедете. Даже Варенька, ты же у меня послушна. Ты же где один на север не хочешь? Так пусть тогда молодые познакомятся поближе, а мы с вами, может, дела какие обсудим? Давайте, давайте. Общайтесь. Знаешь, Варя вообще у тебя дурацкое имя, если честно. Но ты не переживай, его поменять можно. Своё-то слышал. Ты что, ты имеешь против моего имени? Между прочим, богатырское. Я вообще в целом против тебя что-то имею. Будущему мужу хамишь. Так дело не пойдет. Ну ничего, поженимся, я тебя научу уму-разуму. Будешь у меня послушной женой. Тебя не смущает, что я тебя не люблю? И что? Чего там такого? Поесть приготовить и без любви можно. Так, что за документ будем оформлять? Ну, как же. Чтобы у них одна фамилия была. Чтобы Варе можно было пользоваться вашим счетом. Вот это правильно. И чтобы нам можно было пользоваться вашим счетом. Да-да-да, конечно. Нашим тоже можно пользоваться. Это же формальность. Я знаешь, что подумал? Вообще, я бы от чайку не отказался. Сходи, сделай. Обойдется. Да... Бать, она не хочет мужу будущему чай делать. Сам бы мог сделать. Как сам? Такой человек и сам. Она сейчас все сделает. Ага, сейчас. Она опять не слушается. Да у нее настроение там, бури магнитные. Ну, девушки, сами понимаете. Если стала сделать чай. Правильно. На север отправишь. Мужчина в доме хозяин. Во, вот это золотые слова. Мы это ей на заставку в телефоне поставим. Маменька, так ты же забыла. Наверное, мы чайник продали. В смысле чайник продали? Так это мы новый просто заказали, а старый выкинули, он надоел уже нам. А, Варя, ну давай как-нибудь в кастрюле пока воду скипятишь, что ли. Как скажете, маменька. Так, я не понял, мне чай сегодня сделают или нет? Да, конечно, Платон, будущий зятек мой, сейчас все будет. Сейчас я тебе сделаю. Чем покислее. Варя, ну что ты там копаешься? Давай быстрее, пожалуйста, солнце мое. Вот мой дорогой муж, по маминому рецепту, как она меня учила. Спасибо. Что такое, Платончик? Что случилось, зятек? Там что, лимонный сок, что ли? Нет, я просто чай такой заварила. Маменька такой любит. Это не чай. Это недоразумение, Варя. Платош, ну что ты в самом деле? Ну, чай тебе приготовили. Ну, чай кисленький, ничего. Попей. Девочка старалась, а ты не ценишь. Попей. Вообще не ценят меня. Варя! Ты не переживайте. Ну, молодые. Уже полазили, уже хорошо. Чай пей. Я лучше водички попью. Спасибо. Вы извините, пожалуйста, Платош, я тебе сейчас новый сделаю. Подожди секундочку. Платош, я тебе сейчас новый сделаю. Я все, снег почистил. Снега во дворе не осталось. Есть что-нибудь теплое попить? Да, брат, есть чаечку. Вот жена заварила будущее. Ой, спасибо большое. Вот у меня такая же реакция была. Мне не понравилось. Ты что там делаешь? Ты точно весь снег убрал? А с крыши? Весь. И с крыши, и под крышей, и на крыше. А что, может еще какая работа в доме есть, хозяйка? Скажите, он может и лестницу починить? Дверь у нас там скрипит. Понял. Платоша, ваш чай. А там это где? Да там, наверху. Так, ну что, давайте, наверное, свадебную речь подготовим. Сразу документики подпишем, да? А, ну, само собой, разумеется. Я пошел? Да иди уже. А, Варенька, подойди сюда, пожалуйста. Давай, доченька, зятек. Давайте, встаем. Ну что, повторяем за мной. И за руки возьмитесь. Вот, правильно. Давай, Варенька. Я Варвара Вячеславовна. Клянусь любить Платона Врунова. Клянусь ненавидеть Платона Врунова. Эй, ты как со мной разговариваешь опять? Да вы не переживайте, она волнуется просто. Первая свадьба и последняя. Она обязуется вас любить,
почитать, уважать. Короче, я сама все за нее скажу. Иди пока переодевайся. А нам был, в общем, нужен ангар какой-нибудь для свадьбы. Может, у вас есть какой-нибудь большой, золотой? А, золотой, конечно, если бриллиантовый есть. Там ремонт, правда, сейчас. Так, бать, сарай наш. Какой сарай? Ну, в котором сено заготавливают. Перепутал он. Есть у нас большой ангар золотой с бриллиантами, но там сейчас вот ремонт. У вас лучше бы сделать. Есть у нас ангар один старенький, так для свадьбы пойдет. А в вашем золотом потом годовщину отметим. Конечно, да? А главное, чтобы чувства были. Я тоже надеюсь, что чувства будут. Свадьбу бы надо бы оплатить. Конечно, оплатите, да. Как это? Сторона жениха оплачивает. Для вас же это копейки. Конечно, копейки. Конечно, это вот мы... Вот и отлично. Я пойду пока дочку проверю. А может, лучше... Да-да-да-да-да. Совет да и любовь. Птички поют. Тра-ля-ля. Да, попали. Батя, у нас денег же нету. Ну ты, капитан очевидность, сам знаешь, что нет денег. А что делать будем? Как свадьбу оплачивать? Выкрутимся как-нибудь. Мясо где-нибудь раздобудем, молоко тоже, а там как пойдет. Главное, чтобы дело наше выгорело. Иди-ка к невесте. Что-то долго она там. Ха! Орел! Жених! Скрипит. Не скрипит. Починил, получается. Что делать? Ты что здесь делаешь? Дверь чинил. Починил. Молодец, поздравляю. Опять скрипит. Ты что это? Ничего. Тебе-то что? Мне? Ничего. Я пошел. Стой. У тебя такое было, что кто-то тебя заставляет что-то делать против твоей воли? Каждый день. Я вот снег сегодня чистил, а не хотел. Холодно. Че ты стоишь? Садись. Так я не хочу. Садись. Ну ладно. Понимаешь, как паршиво получилось? Меня замуж выдают без моего согласия. Там сказали, что этот Платоша богатый, а маме деньги нужны, чтобы долги закрыть. Хе, так он не богатый. В смысле? Ты богатый? Не, я не богатый. Мы из обычной деревни. У нас только баня да сарай. Вон, корову недавно забрали. За долги. Подожди, а у твоего брата богатая рубашка, футболка эта. Так это батя долги и взял, чтоб купить. Даже варежки мои продали. То есть вы нас обманули? Ну да. У меня же даже у отца Врунов фамилия. Это получается, свадьбы не будет? Ну да, получается. Но это потому, что вы богатые. Мы тоже не богатые. А дом? Это все, что осталось наследство. Так-то у нас куча долгов. Ха, смешная ситуация получается. Комедия какая-то прям. Свадьбы не будет? Варя, там... Ты что делаешь? Мам, это не то, что ты подумала. Ага, вижу я. А ну пошел отсюда, паршивец. Давай. Ты почему еще платье не надела? Мам, они наврали, они не богатые на самом деле. У них корову за долгов забрали. Ты опять за свое, да? Свои сказки придумала, чтобы замуж не выходить. Мам, да это не сказки, это правда. Вон у Ванечки спроси. Все, я ничего не хочу слышать. Давай, собирайся. Сейчас едем в ангар, свадьба будет. Платье там наденешь. Но... Никаких но. Свадьбе быть. Ненавижу. Бать, что-то ангар у них какой-то, как сарай наш. Зато места сколько. Смотри, какой огромный. Ни техники, вообще ничего нет. Они точно богатые? Ты еще сомневаешься. Смотри, сколько места. Так, невеста почти готова, только платье одевает. Она долго там, понимаете, много слоев. Ну как вам наш ангар? Большой? Большой. Да, мы тут, конечно, тоже наполовину на ремонте. Ну ничего, я думаю, после свадьбы Платон нам поможет здесь все обустроить. Я? Ну конечно вы. А вы же хозяин, барин будете здесь. Вы, за свой счет и все сделаете. Он работящий, сделает. Делает. Ну да, если что, братец поможет. Мам, я готова. А, это Варя, почему в черном? Вроде как обычно женится в белом. Так я вроде и дала ей белое платье. Так оно случайно упало на ножницы, разрезалось и сгорело. Понятно, понятно. Ну, в черном, конечно, но как-то не по правилам. Да ладно, вот современные традиции, новая семья, черный в некоторых странах считается очень элегантным цветом. Мамочка, я считаю, что черный цвет идеально подходит к этому дню. Так сказать, траур моей жизни. Ведь я теперь буду несчастна до конца своих дней с этим. Да у нее просто настроение перенервничало, девочка. Я вообще не понял, что она меня оскорбляет? Если не хочет замуж, пусть
пусть он с кем другим женится. Хочет, хочет, Платон, подожди, зятюк, подождите, подождите. Все хорошо будет. Она принервничала, бывает. Вы прекрасная пара, ну посмотрите, как вы смотритесь-то. Хорошо, поближе, поближе, вот сюда. О, как пара. Шикарно. Давайте уже быстренько церемонию проведем. Да. И с Богом. Итак, уважаемый Платон и Варвара. Мы собрались здесь для того, что... Короче. Да, короче. Варя согласна быть в богатстве, в бедности, с мужем. Но лучше в богатстве, конечно, даже. Лучше, богатство лучше. В общем, она согласна. Платон, а вы согласны взять в жену Варвару? Согласен. Вообще, бать, я сказать хотел. Потом скажешь, а сейчас поцелуйтесь. Совет да любовь. Давайте. Остановите процесс. Я против. Ваня. Привет. Я сейчас все разберусь. Я хочу, чтобы Ваня тут присутствовал, иначе никак. Ты охламом что приперся? Иди снег чисти. Так я жениться хочу. На ком? На Варе. Это я. Так я вроде жениться должен. Бать, ты опять все перепутал, что ли? Да ничего я не перепутал. Ты женишься, а ты дурак. Иди отсюда. А нет, я не уйду. Я Варю люблю. Какая такая любовь? Вот такая. Ну так тоже можно. В принципе, какая разница? Ну, вообще разница есть. Да, мы счастливые будем. Ну, в принципе, да. Какая разница, за кого из богатеньких братьев выходить? Правда ли? Было приятно познакомиться. Поздравляю, брат, Насадчик. Спасибо. Мам, если что, они не богатые. Богатые? На самом деле мы не богатые. Это все специально было придумано, чтобы выйти замуж за вашу дочку. Вы же богатые. Тоже нет. И тут мимо. Это как это вы не богатые? В смысле вы не богатые? А вы как-то не богатые? А как это вы не богатые? Я думала, это вы богатые. А я думал, это вы богатые. У нас долгов выше крыши. А у нас даже и в долг никто не дает. Да не переживайте вы, вон у нас и куры, и Ванька все умеет, и я, если что, помогу, дом новый там построим, да? Да, просто теперь козу будем не на троих, а на пятерых делить. Сарай можем продать, да и переехать вместе к вам в дом. А тем более Платон скоро первое место займет по гиревому спорту, да? Да. А там полагается эта награда. Боже, что делать-то теперь? Сердце. Что с вами? Не переживайте, медицинские курсы проходил. Облокачивайтесь. Платон, неси ее. Ох, сердце, что вы делаете, я уже старая женщина. Вы дышите, главное. Так, пульс стабильный. Что делать-то теперь, Свадьбу играть. Ага. Опа, от счастья, что ли? Ага, теперь на пятерых козу делить. Все в бедности будем жить. Впятером. Завтра рубашку твою продадим. Ага, сейчас продадим. И вообще это футболка. Поспорь мне еще, выручай семью надо. Хоть не испачкал? Не, вроде чистая. Да ладно вам, не в деньгах счастье, а в любви. Мы вам еще внучков нарожаем, будете воспитывать штук 5. А лучше 10. О, а я дядей стану. Ну что, в таком случае поздравляю, свадьбе быть. Здорово.